Найбольшая колькасць злачынцаў за мінулы тыдзень зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 121. Што называецца па гарачых слядах, на працягу сутак раскрыта 76, 8 з ліку здзейсненых раней. Затрымана 17 падазроных асоб. В поле зрения сотрудников по борьбе с экономическими преступлениями попали три работника одного из предприятий, которые имели доступ к арматуре класса С-500. Они в сговоре с одним из индивидуальных предпринимателей похитили 17 тонн арматуры и вывезли с территории арматурного цеха по улице Газдецкого. Сотрудниками ОБЭП и ОМОН была пресечена эта попытка. Все фигуранты были задержаны при разгрузки данной арматуры. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ущерб, который был нанесен государству, это в размере 25 тысяч белорусских рублей, был пресечен. По данному факту в дальнейшем проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Супрацовниками мытни выявлено 102 административных правопорушения на мяжи. В первом случае под видом автозапчастей следовало две шасси рамы к грузовым автомобилям «Рено» общей стоимостью свыше 22 тысяч белорусских рублей. Во втором случае среди автозапчастей было обнаружено 60 незадекларированных аккумуляторов к легковым автомобилям общей стоимостью свыше 5 тысяч белорусских рублей. В данной ситуации субъект хозяйствования в таком случае мог сэкономить на уплате таможенных платежей более 2 тысяч белорусских рублей. В обоих случаях Брестской таможне начат административный процесс по факту недекларирования товаров.